Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, теперь в полном составе. Я Эдуард Петер и Рексовый Петерсон. Он очень милый щенок. Половат. Раса называется. И вот у нас с ним первый видео-шутинг. Очень любопытный. Очень любопытный щенок. И не отстает от меня ни на шаг. Видите, я ухожу, он идет следом. Придется встать, чтобы вы его могли рассмотреть. Очень хорошо сложен. Очень хорошо сложен. Настоящий хававард по всем статьям. Так. Сын у нас прилег. Можем рассмотреть его поближе. Очень любознательный, очень смелый. То есть лезет туда, куда не следует. Это у нас с ним второй день вместе. И он по-прежнему ведет себя замечательно. Хорошо перенес первую ночь. Только один раз попищал. Я ему дал руку свою прямо с кровати. Он ее облизал. Ну, умиротворенно лег. Дальше отдыхать. Сегодня вообще я его не слышал. С утра он меня разбудил. Мы пошли с ним в туалет, сходили. То есть это важно. Сейчас идет приручение, как они говорят, немцы, штубенрайн. То есть штубун. Не знаю, есть ли русское название такое у собаководов. То есть он не должен делать свои дела дома. Это будет длиться порядка, я не знаю, у кого как, 3-4 месяца они уже должны быть, вот это штубенрайн, то есть соблюдать чистоту и чистоплотность в доме. Для этого его щенка надо постоянно выводить. Я делаю это каждые 2 часа. После того, как покушал, после того, как поспал, после того, как сильно поигрался. Ну, в основном эти щенки, пока это не маленькие, они много спят. И это хорошо. Это хорошо. Вчера он тут был полон игривости. Почему-то у него к вечеру это начинается. И ухватил миску с водой, расплескал по всей кухне и пришел ко мне радостный, абсолютно радостный. Вот какую вещь он сделал. Так, ну, лежать, тебя уже видели, давай побегаем. Я постараюсь сейчас отойти подальше и позвать его, посмотреть, как он будет бежать. На ком, Клены? Умничка, ну это мой маленький лисеночек. У него великолепная шерсть. То есть мягкая-мягкая такая, ну, щенячья, да? Через 3 месяца вырастет уже, вернее, с 3 месяцев начнется вырастать настоящая шерсть. А это он потеряет, к сожалению. Ну, очень мягкий. Так, вот как медвежонок плюшевый. Так, почесать за ошейничком. Милое дело. Так, попробуем отойти от него. Он не даст нам это сделать. Он не даст нам это сделать, ребята. Ни на шаг, ни на шаг. Ну, это хорошо пока. Маме потом-то его будут интересовать другие дела. Я его не так буду привлекать. Ну, только полоскаться и покушать. С точки зрения. А? Вот так. Вот такой у нас собак. Что за ним замечено? Он вообще ничего не боится.
Он не боится кошек, он не боится собак больших. Он просто стоит и наблюдает, всем своим видом показывает. Ребята, лучше не надо. Вот такого у Ричарда, допустим, не было. Тут бежал познакомиться, получал по морде часто от наших соседских кошек. А этот ведет себя по-другому. Ну да, характер у него чисто нордический. Недаром это немецкий пес. Он любит все исследовать. Не боится никаких резких каких-то движений. Вот. Видите, сидит. То есть абсолютно уравновешенная психика. Абсолютно. Я очень рад, что мне достался такой щенок и такой замечательный хавалатчик. Куда бы я ни пошел, он повсюду следует за мной. Как я уже говорил, лучшая мама – это папа. Теперь он это точно знает. Ну, пойдем, родной. Кляйна Фукс. Кляйна Фукс – это маленькая лиса. Маленький лис. Ага. Что попить его? Сейчас слишком быстро иду. Я сейчас еще сбегу от тебя. Ну-ка, давайте сделаем это. Да куда там? От него не убежишь. Тем более с моим отсутствием физических нагрузок в последнее время. Ну, я думаю, мы с ним это скоро наверстаем. Ну что, моя радость, что мое счастье, а? Ну, красавица, ты красавица? Скажи, ты красавица. Очень любит обнимашки, очень любит поглаживание. Вот. Все у него в порядке, прошел проверку. Скоро мы пойдем еще раз прививочку мы сделаем. И после этого парень в школу. Да-да-да, в школу. Он был единственный, у кого было такое белое пятнышко вот здесь на носу. Отличительное. Не знаю, останется, нет. Ну что ты, ухо? Да, второе ухо. Вот он в голубчик пошел. Пошел в голубчик, папа чуть не убежал. Пошел в голубчик. Вот так. Вот так, умничка моя. Нет, я тебя никогда не брошу. Даже не волнуйся. Даже не волнуйся. Интересный эксперимент. Он уже понял, что там улица, там интересно. А приближаясь сюда, мы пойдем домой. Он уже оттягивает время. Умный мальчик. Умный мальчик, умный. Смотрите, повторим еще раз. Если там он бежал очень быстро, так, это наш соседский кот. И второй кот. Меня не знает, а Рекса видит в первый раз. Вот посмотрите, как он себя ведет. То есть в нем нет ни агрессии, ни лишнего любопытства. Вот идет под защиту папы. Идет под защиту папа, знает, что тут его защитят. Вот. Да? Эти кошаки мы и знаем. Особенно тот черно-белый. Ну что ж, дорогой. Пойдем домой? Ну что ж, дорогие друзья, вот вы познакомились немножко поближе. Сегодня пятница, я вам покажу еще на
лайв-стриме. Мы с ним появимся и ответим еще на все ваши вопросы, касающиеся этого маленького чуда. Да? Извиняюсь за внешний вид, но утром надо было быстро выходить. Вот, некогда было думать о прическах, о побритости какой-то. Все, всего доброго, до встречи вечером, пока.